друзья, всем привет! С вами Константин, и вы на канале Бостон Техник. Сегодня к вашему вниманию представляем плуг Светлоградский, 8-корпусной, 2016 года выпуска, в отличном техническом состоянии. Давайте рассмотрим его детальнее. Вот шильдик, 16-й год. Рама абсолютно целая, без деформации, дополнительных усилений. Все ровненькое. Колесо в нормальном состоянии. Стойки, отвалы. Тоже полностью все в рабочем состоянии. Работал с кировцем, ну, тут линяли, чтобы выше поднимал. Так, это тоже, видите, отвал, все в отличном состоянии, все на месте, нафиги, стойка целая, не трещин, никаких нибудь усилений, все отлично. Полностью готов к работе. Никаких нареканий, замечаний, вложений на данный момент он не требует. Вот как вы видите, все стойки, все отвалы, все целенько. С этой стороны тоже. Хорошее предложение, отличный вариантик. Вот тоже видите, это ничего, сварки нигде нет. Полностью готов к работе, так что если нужно, пишите, звоните, приезжайте. Всем хорошего дня и пока.